Сегодня в календаре Международный день недоношенного ребенка. В Алтайском крае каждый год около 6% детей появляются на свет раньше срока. Эта цифра соответствует общероссийской статистике. Сейчас врачи-неонатологи могут выходить ребенка, который при рождении весил менее 500 граммов. Еще пару десятков лет назад такое было невозможно. Конечно, во многом выжить малышам удается благодаря новой современной аппаратуре. Но и пристальное внимание со стороны медицинского персонала тоже имеет значение. По словам врачей, недоношенные дети в дальнейшем практически ничем не отличаются от обычных. Кстати, сегодня в краевой клинической больнице в гости к врачам придут мамы со своими повзрослевшими детьми, которые родились недоношенными в разных городах края. И сегодня же о выхаживании таких малышей мы будем говорить в нашей студии в рамках программы «Наше время».